Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем свои награды. Теперь заберем здесь награды за наши задания ежедневные, которые я уже успел пройти. Так, теперь быстренько перебегаем на карайку и продолжаем наши поиски. Так, нам нужно с тобой 4 шляпы с напитками. Ну, надеюсь, нам повезет. Как обычно, тыква. А может быть здесь? Ага, зэк выпал. Блин, черные очки. И мутаген. Не хотят они мне давать. Опять черные очки. Блин, мне всего лишь 3 шляпы нужно. Я многого не прошу. Нет, они мне выдают все время свои очки. Это издевательство, друзья. Но по-другому это не назвать. Наконец-то выдали одну. Вторая. Давай последнюю, пожалуйста. Ага. Кукиш с маслом. Есть контакт. Ну что, ребят, накопили мы, короче, шляпы эти с горем пополам. Угу, накопили. Нам еще одной не хватает. Все, вот теперь точно накопили. И получается, нам нужно будет в следующей серии набрать 10 ящиков с инструментами. Но это уже будет попроще. Причем в разы. Так, забираем здесь награды. Поднять уровень персонажа. Что у нас с мутагеном? 12 тысяч. Ну что, идем с тобой в самый низ. И это у нас Острозуб собственной персоной. До 45-го хватит нам? Отлично. Ну что, 45-й уровень получает у нас Острозуб. Так, а кто там следующий будет? Кейси Джонс. Давай еще. Вот так вот. Идеальненько, да? Забираем награды. Так, что у нас в магазине? А, бесплатный пак. Ну что же, ничего здесь нам не выпало. Так, зайдем-ка сюда в предметы. Покупать мы здесь ничего не можем. По жетонам, ребята, Донателло Космос у нас прокачивается дальше. А здесь... Опа, погоди-ка секунду. Кого мы с тобой прокачиваем? По-моему, Рокстеди, да? Вот этого мы хотим прокачать. Ладно. Слушай, посмотри, а у нас тут и Леонардо, кстати. Ну-ка. Блин. Я даже не знаю, кого выгоднее. Рокстеди или все-таки Лео? Но Лео уйдет уже на последнюю золотую звезду. А Рокстеди идет только лишь на 4-ю, судя по ДНК. Хм. Ладно, ребята. Пока потерпим, не здесь ничего не будем тратить. Так, по боевкам, что у нас? Испытания. Мы с тобой сейчас потратим весь сыр, который у нас есть, вот сюда. Опачки, доктор Роквелл, собственно, персона, 2 ДНК. Так, золотые осколки, это фигня. Ноутбук Дони тоже фигня. Блин, вы серьезно сейчас начинаете вот это вот? Блин, как нарочно начинают, ребят, всякую пургу давать, прикинь? Вот. Короче, мы с тобой получили Кожеголового, да, и Роквелла. Конечно, хотелось бы еще Слэша и Пита, но, видишь, они как специально пакости всякие мне делают. Ну что, мы переходим с тобой, видимо, на арену. Где мы там находимся? Давай посмотрим. Кстати, пятница, да? В пятницу у нас с тобой откроется... Через 15,5 часов откроется, ребята, Черепашья Буря и плюс Клан Фуд. Ну, а пока идем с тобой сюда. И я в Лиге Мастеров. 2 звезды, ранг 51. Все-таки скинули меня. Ну что же, они нас скидывают, а мы с тобой обратно поднимаемся наверх. Это нам уже, как говорится, не впервой. Это уже у нас в привычке. Так, Майки, ты пока, наверное, отдохнешь. Я возьму сюда Супер Шреддера. Так, у нас с тобой 19 откатов. Я больше уверен, что этого нам хватит. Сегодня, наверное, друзья мои, мы еще поиграем в черепашки ниндзя безумные мутанты. Попытаемся. Если я, конечно, не вырублюсь. Ну, выходные, друзья мои. Сегодня, кстати, полдня у меня не было интернета. Эта серия должна была выйти еще днем. Но интернет дали только вечером, поэтому... Либо сегодня ночью выйдет эта серия, либо уже завтра утром. Это я вас как бы предупреждаю заранее.
Так, ну что, первый поединок у нас с тобой прошел очень даже неплохо. По-другому здесь и быть не могло. И я хочу попытаться вот сегодня, ребят, наверное, попасть все-таки в топовое место. То есть быть первым из первых. И мне кажется, что это нам по плечу. В тот раз у нас не хватило буквально немножечко, да, чтобы вырваться, но сегодня, да, сегодня есть все шансы. Плюс у нас есть доллары, мы можем купить с тобой 10 откатов. Да, даже в любом случае, ребята, если мы займем с вами первое место, нас все равно опять же сбросят. И так будет до самого понедельника. Мы будем с тобой забираться, нас будут опять сбрасывать. Единственный, чем плюс вот этого всего, ты получаешь хорошие награды. В плане ты получаешь... Ты же видел, да, когда мы начинаем игру с титульного с тобой листа, у нас там забираем, где мы с тобой достижения, нам капает что? Да нам все там капает. Денежка там капает, да? Доллары те же самые. Поэтому чем выше ранг, тем лучше награда. Это, по-моему, везде так. Ну что, у нас Филипп. Давай пойдем с Филиппом подеремся. Нам какая разница, возьмем с тобой Юсаги. Уровень, как мы видим здесь, друзья мои, 79 у противника. Это максимальный левел, который может быть на арене. Меня иногда вот в комментариях, ребята, удивляют некоторые вопросы. Я не знаю, может быть, эти люди просто смотрят по одной серии избрано как-то. Вот они удивляются: Рэй, а как ты получил там того-то персонажа или того-то персонажа? А что нужно сделать для того-то, для того-то? Я вот поражаюсь, неужели тебе тяжело посмотреть внизу плейлист, выбрать себе определенную серию и смотри, наслаждайся. И никаких вопросов больше не нужно. Просто из серии в серию одно и то же говорить и объяснять. Ребята, у меня уже язык устал, ты понимаешь? И в комментариях то же самое, понимаешь? Я постоянно, раньше, по крайней мере, я постоянно отвечал. Но смотрю, что это все бесполезно. И неужели вот не понять? Я бы даже, наверное, если бы вот смотрел бы из серии в серию, да, то уже бы стало ясно, как человек получает определенных персонажей. Я для чего сейчас коплю, например, Слэша, да? Почему я сейчас коплю, например, на Пита Голубя? Как я коплю? Что я делаю? Какие персонажи? Да, я понимаю, что ты не видишь этих персонажей сейчас в менюхе в моей, потому что они уже у меня приобретены. Вот и все. Я их не покупал за деньги, ничего. И, ребят, я копил ДНК. Если ты кого-то не видишь в магазине, именно там за жетон или еще за что-нибудь, да, персонажа, которого ты бы хотел приобрести, то знай, что у меня он есть. У меня все приобретены персонажи, абсолютно все, от одного и до последнего, от первого до последнего, да. Но не все прокачаны. Вот насчет прокачки, да, я не спорю. Я не могу тебе сказать, кто там из них топовый самый персонаж, кто сильнее. Но то, что все персонажи у меня взяты, это да, это есть такое дело. И я тебе скажу, что очень-очень много у меня ушло времени. Конечно, если бы я играл, может быть, каждый день, да еще и по нескольку раз в день, как есть такие каналы, я видел, они в день могут там по 5-6 роликов клепать. Ролики, правда, всего лишь по 10-12 минут, но их очень много часто. Там 3 поединка, серия закончилась. 3 поединка, серия закончилась. Нет, ребят, так можно было бы, конечно, тоже там 3 поединка и закончить серию. Ну а смысл? Нет. Мы с тобой играем, вот, например, дойдем сегодня до топового места, да? И все, пока. Завтра у нас откроется с тобой новые события, мы, естественно, пойдем с тобой их проходить. Ну зачем я буду, блин, через каждые 20-25 минут клепать серию? Сделай все, что у тебя накопилось заодно. И будь готов. Так, ну что, ребята, я нас поздравляю. В плане. Это сейчас что такое было? Я вообще-то хотел нас поздравить с тем, что мы переходим в свою Лигу Мастеров 3 звезды. С 6-го места я перебрался на 2-е. Это что за нафталин такой, а? Другие комментарии говорят: Рэй, почему ты так тихо говоришь? Ребят, ну, во-первых, сейчас записываю по времени очень поздно. Уже люди спят, я не могу здесь повышать голос. Потому что наши панельные дома, ты понимаешь, да? Они очень-очень прослушиваемые, так скажем. То есть, если... У меня молодая семья за стеной живет, то я слышу, как у них плачет ребенок.
Ты понимаешь, да, о чем я? Вот такие вот петрушки. Поэтому мне приходится себя сдерживать, особенно именно ближе к ночи или даже в ночное время. Так, ну что же, мы с тобой двигаемся дальше и смотрим. Сейчас, прикинь, такой хоп на первое место и передвинулся. В общем, Лига Мастеров 3 звезды. Давай сделаем с тобой последний арбук. Единственное, что мне не нравится, то, что у нас с тобой 11 откатов всего лишь. Как-то надо уложиться. Нет, можно, можно, ребята, уложиться. Все, я не спорю. Но, наверное, придется докупать. 453 доллара у нас в данный момент есть. То есть мы можем с тобой купить всего лишь 10 откатов. Чтобы купить 20, нужно 500 долларов, потому что 10 откатов, ребята, стоит 250 долларов. Надеюсь, насчет этого ни у кого вопросов не будет. Про билетики я уже всем объяснял. Что такое желтые билетики, что такие синие билетики, да? Что такое сюрикены, для чего они нужны. Все это рассказано. И что такое мутаген? Даже были такие вопросы, ребята. А что такое мутаген? Или человек просто не смотрел мультик, фильм, я не знаю. Или просто хочет меня позлить. Так, ну что? Давай сделаем вот так вот. Ну, причем, ребята, еще мне не нравится, знаешь, что? Когда один комментарий пишут по 40 раз. Я таких сразу блокирую, потому что, ну, это... засирательство чата, так скажем, да? И просто в топку этот человек летит, и все. Так, ну что? Прошли. Давай двигаться дальше. Сегодня у нас только арена с тобой получается. Большего, ну, большего тут ничего не будет. Сейчас мы пройдем арену, естественно, накопим немножко мутагена. И прокачаем, может быть, еще кого-то. Ну, все-таки цель номер один — это попасть в топовое место. Так, Арнес, Дина, Анис. Давай, наверное, Динку возьмем. Возьмем с тобой Дину. Так, и, наверное, вот этих ребят будем уже отыгрывать. Смысла уже нет идти в хвост, отыгрывать слабых, когда тут уже близится все дело к финалу. Так, что-то мне вот эта команда до боли знакома. По-моему, в прошлой серии тоже такая же была, состоящая из одних черепашек разных мастей. Тут не хватает, наверное, да, черепашки-ниндзя из космоса. Пубух, влупили. Ну что же, погнали потихоньку дальше. Я думаю, сейчас где-то уже будет 50-е место. А завтра, да, завтра у нас открываются новые события. Черепашья буря, ну, насколько я помню, ребят, там фармятся черепашки. Да, черепашки-ниндзя всех мастей. Включая там и космических, и ролевые, в общем, вот это вот все. И, насколько я помню, там очень-очень маленький шанс получить именно ДНК на ту черепашку, которая тебе нужна. То есть, как бы, само событие прикольно проходить, но именно для фарма оно не годится. Оно все-таки годится, наверное, больше новичкам. Вот новичкам это будет самый топчик, потому что ты туда заходишь, естественно, у тебя еще не все черепашки прокачаны, да? Некоторых даже может быть и не быть. И ты вот потихоньку проходишь, проходишь, и ты получаешь ДНК, вот. Ну и еще самое большое, конечно, прибавка ДНК дает именно смятение из другого измерения, если ты будешь его очень часто проходить. Я его раньше, ребят, если честно, я очень сильно его игнорировал. Очень сильно игнорировал, не обращал на него внимания, как-то избегал там боком. А потом, когда я его начал проходить, вы сами прекрасно видели, как у меня быстро появились и прокачались все черепашки. Особенно вот эти вот оригинальные, классические, да? Потому что именно там они и выпадают, их выпадает очень много. А проходить это событие можно, ну, практически бесконечно. У тебя восстанавливается жизнь, да? Ты идешь опять туда драться. Каждую неделю получается новый откат по, именно по этой. Ну, если ты прошел, у тебя на новой неделе ты опять можешь проходить смятение из другого измерения. Ну, естественно, сразу пройти от начала и до конца новичку не получится. Не получится почему? Потому что, во-первых, ребята, там будет
Ну, уровень приличный. Хотя, если не ошибаюсь, ребята, уровень, по-моему, как бы подстраивается под персонажа, да? Потому что, если вспомнить, я начинал с какого там, с 50-го или с 40-го уровня. Враги были приблизительно такого же уровня. Сейчас, когда мы с тобой идем уже на нашем хай-левеле, да, то враг, по-моему, имеет... Так, а у меня откаты кончились. То враг у нас имеет приблизительно такой же уровень, как у нас. Ну, не соточку, конечно, но 79-й, 80-й. Так, что я там сделал? Я купил, ребята, себе откаты. 10 штук. Это все сделал специально, чтобы... Что-то я потерялся. Прикинь. Тьфу ты, куда я вообще лезу-то? Это жесть. Заговорился, что уже уже потерялся. Так, Давид. Давай, мы, наверное, возьмем Давида с тобой. Так, Армагушу возвращаем. И Шредера. Вот. И смотрим, ребят, сколько нам еще примерно нужно здесь сделать боев. Я думаю, что боев, наверное, 4. Ну, 3-4 это максимум. У нас с тобой 10 откатов, да? Ну, как раз хватает на 5 боев. То есть, без проблем. Ну что же, мы с тобой на парковке разобрались. И давай выбегать, смотрим, на какую позицию мы с тобой переходим. Это опять же из расчета, если мы с тобой на 50-м месте. А мы уже на 28-м, ничего себе, я заболтался, друзья. Тогда получается, либо... Ну да, два боя, скорее всего, придется еще сделать. Деван. Так, ну что ж, тогда мы с тобой раз-два боя будем вот этих вот отыгрывать, и все. Можно даже, наверное, было Армагона не брать. Просто своими силами, да, попытаться. Ну-ка. Зэк бросает бомбу. Как он мало отнимает здоровья, ребят, вообще мало. То есть его бомбочка, она же уже здесь не котируется. Единственный плюсик к ней — это то, что она может замедлить. Но на таком уровне его замедляшка, она как бы очень плохо работает. Она незаметна просто-напросто. Вот и все. Так, ну что, двигаемся с тобой далее. Последний поединок, я так думаю, у нас останется. Но трындец, ребят. Вторая позиция. То есть это... Одного этого не хватило, одного шага, да? До топчика. Ну что же, тогда я смогу отыграть своих вот этих персонажей. Даже несмотря на то, что если кто-то, ребят, погибнет. А кто-то да погибнет, поверь мне. Например, тот же самый Леонардо, которого я сейчас только что взял. Леонардо ролевой. Ну что, сделаем с тобой выпендрёж от Микеланджело. Дальше я, наверное, возьму провокацию. Окей. Так, понеслась, да? Контратака. Хиляет. Опа. Вот так, ребята, происходит. Так, ну что мы тут с собой можем сделать? Давай выпустим маузеров, хотя лучше бы было бы смертельная волна. Плюс пулеметная дробь от Ваньки, стиранку. И давай вот так вот сделаем. Фигня какая-то полная, да? Теперь хернемся с тобой, и будет все окей. Так, добивка. Надо было Донни убивать, ребята. Хотя и так нормально. Ну что, друзья мои, я нас поздравляю с первым местом. Опять же, это все временно. Скинут обязательно нас вниз. И что теперь еще у нас остается? Да все, ребят, смятение из другого измерения. Мы с тобой уже будем проходить, наверное... Ближе к концу следующей недели. Потому что, ну, если посмотреть, где мы сейчас тут находимся. Смотри. Смятение из другого измерения. То есть мы с тобой даже этот круг еще не прошли. Первый наш. Раз, два, три, четыре, пять. Ну да, я тебе говорю. Где-то, может быть, вторник, среда. Вот оттуда можно будет пойти уже. Так, здесь у нас все забрато. По жетонам у нас что? 650. Так, ну что, мутаген. Сколько у нас? 18, друзья мои, 1000 мутагена. Поэтому спускаемся здесь. И находится у нас Бибоп. Давай прокачивать его
до 45 уровня. А, он дальше идет. Он, ребята, идет дальше на прокачку. Да, потому что у него, извини меня, 5 золотых звезд. То есть он прокачивается, может, в принципе, до... какого? До 85-го? А уже на платиновом ранге до соточки. Как-то так. Осколков, конечно, у нас маловато, всего лишь 10, потому что мы недавно с тобой приобретали еще одного платинового персонажа, это Джастин. Кстати, после Карайки, ну я не знаю, ребят, после Карайки можно, а Джастин у нас, да, он прокачан полностью, так что после Карайки нам надо будет, наверное, может быть, Паукуса начать качать. Так-то, в принципе, парень неплохой. Ладно, мы там посмотрим, кого нам прокачивать. Ну что, на этом будем закругляться. Будем ждать с тобой пятницу и открытие новых событий. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Мы не жалкие букашки, супер-ниндзя-черепашки, носим панцирь, как рубашки, юные таланты. А вот и мы, здесь четыре ниндзя-черепахи. Твои кумиры от приемов, соперники в страхе. Наша квартира андеграунд, канализация. Мы пиццы-короли, срываем овации. Непобедимы мы, круче всех. Мутаген дал нам это в нем секрет. Из тени на свет, с нами делаешь шаг. Хорошие парни будут побеждать. Леонардо, лидер команды. Он первый среди нас, он талант из талантов. Донателло разберет и соберет механизмы. Рафаэль, ему не занимать харизмы. Микеланджело, он уникален. Если где-то вечеринка, значит там этот парень. Мастер спринтер обучил их всех умению драться, чтобы быть командой, зеленым братством. Мы не жалкие букашки, супер-ниндзя-черепашки, носим панцирь, как рубашки, юные таланты.